А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Almost Cow. Здесь вы сможете найти интересный летсплей по зомби-игре, игру в Майнкрафт, и также сейчас у него проходит конкурс на лицензионный GTA 5 в Стиме. Поэтому заходите, подписывайте, участвуйте в конкурсе и выигрывайте. Ссылочка на него в описании. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего 6 сезона с модом Пиксельмон. А сейчас, ребятушечки, мы пойдем куда-то покатимся по миру, потому что я обещал, что в этой серии мы уже наконец-то заспавним нашу первую легендарную птицу, а то есть Артикуну. Да, мы уже давно собирались это сделать, и в этой серии мы-то нифига себе, какие тут пейзажики красивые. Офигеть, это прям вид с нашего дома. Вот так, я даже скрин сделаю. Ребята, произошла некая херня с этими модами. То есть, перед тем, как мы что-то сделаем, давайте-ка я вам немного объясню. Помните, в предыдущей серии у нас была вот эта хрень, когда я устанавливал вот эти все порталы и вот эту всю хрень, короче, эти все новые моды. Но с порталом произошел некий казус, то, что вы сами видели. То, что тут были куча вот этих дыр. А что самое главное, дыры это были, как я не знаю, как какие-то черные дыры в космосе, да. То есть, как только мы к ним близко подходили, они нас в себя засасывали. Прям дырище, я не знаю, какая-то Саша Грей не хотела нас отпускать. Но все же, ребята, как видите, сейчас этой дырищи нету. Но все же, знаете, что потом это все дальше ухудшалось. То есть больше лагов было, больше выкидов. Как только я подходил к этой дыре, меня просто-напросто засасывало. Давайте, я не знаю, честно, я не знаю, как ее назовем. Давайте все же дырище под названием Черная дыра Саша Грей. Саша Грей нас, короче, засасывала в эту свою бездонную нору и не хотела нас оттуда выпускать. Потом просто-напросто хренак весь мир залагивал. Все как бы текстуры попадали, ну, не попадали, попадали текстуры, пропадали, и нам нужно было перезаходить. Если честно, я такой человек, когда меня что-то не устраивает, я попытаюсь это как можно быстрее исправить. Я не могу вот так играть, например, когда вот я нормально тут все играю и смотрю, что там вот эта дырища стоит. Просто у меня на душе неспокойно будет, потому что я буду знать, что вот это сосущая в себя Саша Грей не отпустит нас. Поэтому, ребята, я пересоздал полностью мир. Я с помощью программ перенес наш вот этот дом, и это полностью чистый мир без этого мода на порталы Гарри Поттера. Потому что, честно, он мне кучу геморроя принес, и офигеть как кучу. Я там столько парился, вы себе не представляете, сколько я парился, чтобы это все решить, проблемы. Я сначала хотел просто-напросто закрыть вот эту с помощью там различных программ, но ни хрена не получалось. Она настолько была баганая, что, ребята, даже с помощью MC-Edit я не смог ее закрыть. Она просто-напросто была открыта и все больше расширялась, а не закрывалась. Поэтому, может, через какое-то там время нас бы полностью засосало с нашим домом. Поэтому я такого не допустил. Я все перенес, все, что смог, я перенес, но в какой-то... Так, дайте я стол подвину. Но в какой-то степени это полностью обновленный мир. В какой степени? Все приконы, все покелуты, которые мы находили на земле, в этом, все данжи, все, я не знаю, все другие вот эти вещи, которые мы находили в предыдущем мире, они обновились, потому что это пересозданный мир, только с этими же, с этим же домом, посадкой, что у нас было в предыдущей карте. А так, ребята, все то же самое, только перезаспавненные покелуты и априконы. Все, ребята, но я больше не буду устанавливать вот такие моды. Для вас это ничего, то есть что было в предыдущей серии, что в этой, для вас это ничего. Но я тут нахрен 3 дня сидел и парился, как это все перенести, потом плюнул. Пу, мать твою, иди ты в жопу, это Саша Грей, просто-напросто пересоздал карту, перенес дом, и то там, охренеть, сколько геморроя было. Но все, ребята, на этом я буду заканчивать эти нотации, вот это все, лекции, поэтому... Замечательно. Также я орб заново перекачивал 3 раза, потому что все-таки новый мир, да, и... Вы, ребята, сейчас не представляете, что сейчас было. Между предыдущим моментом, когда вот это у меня сейчас выкинуло, у меня видео залагало, не то что видео, а сам майн залагал и меня выкинуло. Для вас прошла 1 секунда. Для меня прошло 4 часа.
Когда я начинал делать это видео, у меня было 11 часов ночи. Сейчас у меня 3 часа 20 минут ночи, даже больше, чем 4 часа. А все из-за того, что у меня залагал майн, у меня он не работал. Знаете, как я это понял? Я хотел показать, что у нас уже заполнен орб. Я нажал, меня выкинуло с майна. Но я так подумал, ну ладно, ща перезайду заново, ну, вот этот момент запишу, да? Захожу, нажимаю на любую кнопку, то есть на любой предмет правой кнопкой, меня выкидывает. И я вот эту проблему сидел и решал 4,5, твою мать, часа. Ребята, вы себе не представляете, как я уже тут с ума сходил. Я начал записывать это видео в 11 часов, чтобы до 2 часов ночи это все доделать, домонтировать и пойти спать. Поставить заливать и пойти спать. Сейчас у меня 3:30 ночи. Я 4 часа сидел и хреначил эту проблему. А знаете, в чем была проблема? Я удалил мод Custom NPS. Это из-за него была проблема. Я не знаю, с какого вообще боку зашла эта проблема, то что из-за Custom NPS, за этих всех продавцов, у меня выкидывал майн, когда я нажимал правую кнопку. Ребята, у вас такого никогда не было, что лежит вещь, да, например, лежит вещь, нормально работает. Все нормально работает, замечательно. Ты куда-то ушел, на следующий день возвращаешься, берешь вот эту вещь, и вещь уже не работает. Какого хрена она не работает, не имеешь понятия. Как у меня было с двумя клавиатурами. Это уже третья у меня. Работает клава, все нормально. Эдисон в 2 часа ночи сидит там, долбасит в какие-то игры, да, все нормально. Пошел спать. Утром встаю, нажимаю на клаву, полностью вся клава не работает. Клава перестала работать, все. Все, то есть, ну, клава уже больше не работает, да? И то есть, каким боком? Кто ее поломал? Нахрен барабашка ночью пришел, хренакнул по клавиатуре, она сломалась. Или я не знаю, или кто-то там пум, желание загадал. Там лети лепесток с края бока на восток, и пускай в Эдисона поломается клавиатура. Клавиатура поломалась. Так же, как и сейчас. Позавчера или там вчера, когда там была последняя серия Пиксельмона, заходил, все нормально. Сейчас, когда я записываю новую серию, зашел, нажимаю правую кнопку, у меня вылетает, я 4 часа сидел, парился. Дайте, ребята, я свои эмоции уже выплесну, потому что я сейчас с ума сходил. Вашу мать. Ладно, все, забьем, просто я уже реально, ну, это уже, это для меня уже, ребята, слишком, честное слово. Это уже для меня слишком. Я тут сидел, я тут просто-напросто охреневал. Дайте мне букву L. Вот она. Буква L, и значит мне еще букву O нужно найти. Буква O, допустим, вот тут. Твою мать. Охренеть, ребята, как я уже запарился. Вы просто себе сейчас представьте, что у меня сейчас 3:30 ночи. Когда я записываю эту серию, у меня уже будет около 4 часов ночи. Я ее домонтирую до 5 часов ночи, пока сделаю картинку, пока ее выложу. Короче, я лягу спать где-то в 5-5.30 ночи. Зашибись. Ладно, все. У меня опять вот эти все телепорты послетали из-за этих Ребята, я весь майн переустановил. Я драйвера переустановил. Я Яву переустановил. Я лаунчер Майнкрафта переустановил. Я перекачал все, что нахрен можно было перекачать. Это оказался конченый Custom NPS, по которому я вообще даже не подозревал. Ну, просто, знаете, такое, ну, работает все нормально, зашибись. То есть, работает и работает, хрен с ним. А сейчас захожу, все уже не работает. Я не представляю, ладно, дайте ко мне 6200, допустим. Я не знаю, сейчас нужно это будет все посмотреть. Нет, я куда-то не туда вообще тпхнулся. Сейчас дайте мне секундочку, я посмотрю координаты. Так, а ну, 4900, 4700, где-то вот тут, да. Вот тут только я не имею понятия, мне, наверное, сейчас нужно будет включить гейммод, потому что я не знаю, где у нас вот это все тут находится, где у нас находится алтарь. Ребят, я включу гейммод на секундочку, я думаю, в этом ничего страшного нету, мне просто взлететь нужно, а летающих покемонов у меня нету. Ух, охренеть, у меня просто вот сейчас слетели вот эти все О, вот он, нашел. У меня просто сейчас слетели все настройки, все вот эти телепорты, потому что я полностью весь Майнкрафт переустанавливал около 10 раз нафиг. Поэтому, ребята, я извиняюсь, но это жопа. Это жопа с этими. Ох, вы себе не представляете, как это
иногда бесит, что что-то работает, потом пум, в один момент все уже все прекратило работать. 6300, 2000. 6375-2000. Да, ребят, не волнуйтесь, в этой серии мы еще заспавним Артикуна. Просто мне сейчас вот это все нужно настроить, а я хочу это сделать вместе с вами. Потому что это честное слово. А, как я уже заборился это сегодня настраивать. Джангл. Вот так. Дальше. Какие у нас координаты? Последние координаты это 6200-3800. 6200-3800. А, вот. Наши шипы. Охренеть, ребята. Я уже такой сонный. Ну да охренеть, сколько я тут уже сижу. Это можно с ума сойти. Честное вам слово. Капут. Бессонная ночь, Спайкс. Бессонная ночь в том смысле, что я сидел и вот это все настраивал. Все, зашибись, ребята. Выключаем вот это все нафиг и возвращаемся домой. Пожалуйста. Работай все нормально. То есть, мне честно... Вот сейчас, хоть у нас вот эти все НПС уже пропали, но мне сейчас уже было до одного места. Будут ли эти НПС сейчас тут находиться или не будут, мне уже было это, извиняюсь, до жопы. Потому что я уже хотел как можно быстрее запустить уже Майнкрафт, чтобы уже сделать серию, а то 4 часа ночи. Я уже, знаете, такой, идите вы уже в жопу эти НПС, не знаю куда идите, дайте я уже вот это все завершу, а потом я буду разбираться, может, не знаю. Если все-таки у меня не получится установить вот этот кастом НПС заново, если все-таки за него будет также продолжать вылетать, когда я буду нажимать... Вот так, ребята, все обычно. Захожу в майн, то ли иногда просто выкидывает, или просто захожу, нажимаю правой кнопкой мышки, у меня, то есть, выкидывает, крашится майн за то, что я нажал правой кнопкой мышки. И оказалось, что там кастом НПС в этом замешан. Каким боком он там замешан, я, ребята, не представляю. А если у нас это не получится, ну, будем без НПСа, как-то другим способом. Ну что, ребята, мы поставили Кранидуса. Кранидус у нас уже начинается вылупляться, да? С яичка, но только не с яичка, а с камня. Опа, дождик, карабошник. Круто. Но он пропал уже, потому что наступило утро. Ну что, там у нас вот это все делается. Дело делается, у нас покеболы, у нас 4 квик-час. А зачем мы будем тратить квикболы, если мы просто-напросто можем пойти наверх и взять какой-то нам, я не знаю... какой-то нам ненужный покебол, который вообще нам не пригодится, допустим, фастбол, да, и... Опа, паркурчик, замечательно, возвращаемся сюда, ставим его вот сюда, ставим, все, пускай это все там делается, мы идем сюда. Ребят, честное слово, я пока что не знаю, но если у нас не получится кастом НПС сделать, ну, как-то другим боком. Исправим, да, охренеть, меня там громко, где-то вот так. Ну, я извиняюсь, ребят, я это забыл все настроить. Я просто, честное слово, я сейчас переустановил майн. Ну что, ребята, спавним вот этого Артикуна, потому что я уже сейчас, честно, у меня уже просто-напросто сейчас сил нет вот что-то делать. Давайте все-таки уже его наконец-то заспавним, и пускай он идет в жопу. Только вот что я забыл, самое главное, ребята, вы мне не напомнили. Ах вы, зараза, вы мне не напомнили то, что нужно взять летающего покемона. Потому что вот сейчас бы нам жопа была, да? Так, вот так. Почему у меня вот это опять не... Так, все, настроил, замечательно, можем вот сейчас возвращаться. Мастербол у нас есть, сейчас посмотрим. Мастербол у нас есть, замечательно. Охренеть. Фух. Ну что, ребята, сразу же. Вот, выпускаем, можем, замечательно. Да ты издеваешься, твою фуражку. Твою налево. Я поломал то, что... Вот так, сейчас быстренько это все залатаем. А, сейчас. Короче, ребят, я, по-моему, сейчас гейммода вот это все залатал, потому что обычная грязь бы там не очень красиво смотрелась. Я надеюсь, вы со мной согласны. Так. Артикуна! Паскуда! Я не знаю, сколько времени ушло для того, чтобы сюда прийти, для того, чтобы тебя заспать, для того, чтобы тебя словить, но наконец-то мы тут, зараза. Наконец-то мы тут. Вот! О! А, тебя даже ловить не нужно. То есть, я думал, он куда-то там в космос взлетит, нам за ним нужно будет гоняться. Залезая квикбол, даже без выпендрежа, ребята, мы его словим с одного квикбола. Вы мне не верите? Ну, смотрите.
Ладно, не получилось. Может его хренакнуть чем-то? Главное, чтобы Кринч не пошел. Прикиньте, мы убьем Артикуна. Я себе тут повешусь. Ну не то, что повешусь, а просто... Фу, я уже реально подумал, что... Не то, что повешусь, а реально в том смысле, что если я уже тут такой нервный был в том, что... Я не могу наконец-то запустить вот этот Майнкрафт. То если бы мы убили Артикуну и столько бы времени... Ладно, ребята, давай... А, нет, он убил. Ну ладно, давайте еще один по приколу. Если бы мы его убили и все вот это... Пошло бы напрасно то, что мы мастербол... Ладно, все. То, что мы мастербол доставали, спавнили его, орб прокачивали, это до жопы бы реально было бы. Ну, наконец-то. Наконец-то. Наконец-то мы его словили. Офигеть. Сало тут, разборки соловые нафиг. Круто. Круто, круто, круто. Так, давайте покихил. Замечательно. Компьютер. Это, во-первых, вот сюда. Во-вторых, Артикуна. Артикуна, Артикуна. На взлетную полосу. Вот наша взлетная полоса. И знаете, куда мы еще пойдем, ребята? Ух ты, голосистый. Знаете, куда мы сейчас пойдем? А мы пойдем искать заново покеболы, которые могут валяться на земле, потому что, как я уже на начале серии вам объяснял, то, что, ну, в принципе, да, то, что я переустановил все-таки карту, то есть это заново карта, и, в принципе, вот даже вот эта гробница, она там полна сокровищ, потому что даже гробницы вот эти все обновились, но я думаю, это будет не слишком честно, если я буду лутать гробницы по второму кругу, то есть это будет, ну, не очень правильно, я так считаю, в принципе, может, вы мне, конечно, разрешите там... Это зависит от вас. Полутать гробницы по второму кругу из-за того, что я просто-напросто переустановил карту, да, пересоздал и перенес вот эти все свои постройки. Ну, просто-напросто, знаете, ребята, могут такие люди быть, которые потом могут меня там, я не знаю, обвинять в том, что вот Эдисон, мол, там читер, О, вот видите, по второму кругу пошел на гробницы, это нечестно, то есть верни вот это все назад, но... Могут и такие быть люди. Ребята, я не имею ничего против, я с вами, в принципе, согласен, но все же, я не скажу, что это моя вина, это, в принципе, моды. Моды мне просто засобачили вот эту всю карту, вот это все, весь сезон, поэтому я просто-напросто пересоздавал вот это все. Из-за того мода на Гарри Поттера, да, из-за того, я вижу, ребята, из-за тех вот этих всех телепортов. Охренеть просто. Ладно, иди куда ты нафиг налево? Бежит куда-то, уже я не знаю. Ты второй раз, когда мы с него слазим, он бежит куда-то туда налево. Нам незачем вот этот покет-центр, нет смысла его даже смотреть. Ладно, мне кажется, мы уже сейчас будем возвращаться. Что самое интересное сейчас... Ща-ща, может тут еще что-то найду. Если не найду, то зайду в инвентарь. Что самое, не то что интересное, что самое хреновое, то что у нас остался только один квикбол. Если мы найдем какого-то там редкого покемона, то мы вряд ли его сможем словить, потому что с одним квикболом, ну честно, ребята, мы ничего не сможем нормального сделать. Поэтому, мне кажется, нужно потом будет вернуться и нафигачить себе еще там дофига просто-напросто квикболов, чтобы запастись на, ну, на большое, на долгое время, да? Так, может тут... Сейчас, оно знаете что? Скриншотик. Ребята, как думаете? Вот как-то... Как-то вот так. Хотя нет. Это, в принципе, не грузится, поэтому выключим. Дайте-ка я включу гейммод, ребята. Вы не думайте, кто новенький на канале, то есть не думайте, что вот Эдисон там включает гейммод. Ребята, если нужен гейммод, значит нужен гейммод. Я никогда с геймода ничего не беру, я не читерю, я не беру вещи, которые мне просто-напросто не принадлежат. Все, что я делаю, это я просто-напросто взлететь и сделать скриншот до алтаря, вот. Это все, что мне нужно, ребята. Я не такой, что я зайду, может, там возьму себе кучу вещей и выйду, да. Или, например, вне съемки, да, вне серии... Вот это, мол, сделаю, возьму себе кучу вещей, потом вам скажу, что, мол, я там нашел вне съемки там 35 мастерболов. Ну, во-первых, это будет нечестно по отношению к вам, во-вторых, это будет чистой воды ложь, потому что, ну, это будет сразу заметно, что, ну, я вру, да, то есть 35 мастерболов вне съемки, это просто-напросто нереально. Ладно, пока у нас нету
магазинов, я не вижу смысла добывать вот эти все ресурсы. Конечно, некоторые могут сказать, что, мол, Эдисон, лучше все-таки добывай ресурсы, потом установишь заново мод на НПСов, опять сделаешь себе продавцов, и те ресурсы, которые ты уже накопил, потом напросто забрыжешь вот этим продавцам. Ребят, я с вами согласен, но с другой стороны, а если у меня не получится установить вот этот кастом НПС второй раз? Потому что, как только я его, я пробовал уже, то есть, без него, когда вот в этой сборке там 25 модов, без кастом НПС я захожу нормально, все, я нажимаю правую кнопку, все нормально работает. Как только я устанавливаю кастом НПС, я захожу, нажимаю правую кнопку, меня выкидывает. То есть, по логике, это из-за него, да? Поэтому, если честно, я пока что не знаю, как я буду решать эту проблему с кастом МПС, но было бы круто, потому что, ребята, уже все давно привыкли к... к НПСам, и, если честно, это даже очень круто, очень полезно. Если их не будет, это будет немного не очень, если честно. Поэтому я не знаю. Ладно, знаете что, давайте мы возвращаемся домой, потому что там у нас уже Кранидос должен был. Нет, 61. В принципе, он делается только тогда, когда мы рядом с ним находимся, да? Поэтому нужно, ребята, немного будет подождать. Фу, что тут у нас есть? Наши полочки крутые. Тут реально это круто, можно вот так сохранять вот эти все ресурсы, это реально круто. Также в холодильнике можно еду сохранять, это тоже, ну, в принципе, очень офигенно, даже продумали. Так, это давайте вот сюда поставим. А что у нас есть в нашей плавильне? В принципе, ничего такого нету. Все, что нам нужно сейчас будет сделать... это наделать себе кучу квикболов, потому что квикболы у нас закончились, у нас только один квикбол остался. А это не очень круто, потому что если мы, еще раз повторюсь, если мы встретим какого-то крутого покемона, то это будет не очень. А вот что я еще хотел попробовать, ребята. Я просто не знаю, удалил я вот этот мод, потому что сначала у меня были предположения, то что вот у меня крашится за того мода на рыбацкие сети, помните? Сейчас я не имею представления, удалил я его или он у меня остался. Если остался, то это круто. Потому что это... нет, не Сноу. А потому что это не из-за него. Нет, он все-таки остался. Давайте 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так, замечательно. И, в принципе, это можно выложить. Так, верстачок у нас тут 1, 2, вот так. Замечательно. Делаю это для того, пока там у нас делает Сакрониду, сколько он там уже, 99, ну, в принципе, вот уже 100%, мы его забираем, он пошел к нам в компьютер, мы сейчас вернемся, сейчас там все сделаем. Ну, сейчас я иду сюда, потому что нужно поставить, чтобы рыбка ловилась и большая, и маленькая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, все. Это круто. Ух, уже и ночь наступила. Давайте вот так вернемся быстренько. И поспим. Потому что рыбка это круто. Ну, во-первых, мы и покушать сможем вкусно. И во-вторых, если все-таки у меня потом получится установить заново кастом НПС, то я потом буду опять барыжить рыбкой. Буду барыжить. Так, я сейчас просто... давайте мы просто возьмем его, посмотрим. Вот у нас Артикуна, ребята, первый легендарный покемон в нашем 6-м сезоне. И на это нам понадобилось вроде 22 серии, если я не ошибаюсь. Это же 22-я серия. Но я его заберу, потому что он так кричит противно, это просто с ума можно сойти. А, и также наш первый фоссил покемон, это Кранидос. Ребята, давайте похлопаем за тому, что мы это сделали, то, что у нас уже есть наконец-то Артикуну, и то, что у нас уже есть наконец-то Кранидос. Да, ребята, это реально очень круто. Будем мы дальше потом искать фоссил покемонов, и если у нас не получится с продавцами, то мы сделаем обычные, я не знаю, какие-то ванильные продавцов, в каком смысле. Просто-напросто поставим сундук, так как это у нас было там во первом или втором сезоне. Просто поставим сундук и сделаем цену, да, например, там, я не знаю, ну просто то, что хреново, у нас даже алмазов, нет, у нас даже монеток не будет. Поэтому монетки мы заменим на какие-то ресурсы самого Пиксельмона, а может даже и Пиксельмона. Вот, например, я не знаю, допустим, 60 елочек, да, вот, у нас будет. 60 елочек, это будет как 60 монет, да, и также у нас будет там 12 стаков елочек, это у нас будет 12 как будто серебряных монет, но только уже не серебряных монет, а, например, хрен его знает. Вот, например,
Вот, холодильников, да? Ну что-то в этом роде. Я пока что, ребята, не знаю. Я просто вам показал, не кричите то, что я включил гейммод. Что-то в этом роде. И, например, ставишь сюда там 12 серебряных монет, то есть уже 12 холодильников, и забираешь отсюда мастербол. Ну, это на крайний случай, если у нас, конечно, не получится вернуться к этим, к продавцам, потому что это реально меня уже очень сегодня утомило. Я уже, ребята, не знаю, видно ли это или нет, но я уже прям такой уставший сижу. Эта серия больше получилась о разговорах. Если у вас эта серия заняла 25 минут, у меня эта серия заняла 5 часов. И это еще монтировать, охренеть. Честно, ребята, я уже просто такой еще... Ну, я, в принципе, с вами могу поделиться, вы же все-таки подписчики. Поэтому мне приятно то, что кто меня выслушал до конца, потому что я уже просто нереально устал. У меня сейчас 4 часа ночи будет. Фух, поэтому эта серия получилась, если честно, больше так о разговоре. То, что я карту переустановил, то, что я вот это сейчас, это все делал, переустанавливал, короче, охренеть. Но все же, в этой серии я хотел заспамнить, наконец-то, уже нашу первую легендарную птицу, и мы это сделали. Поздравляем, ребята, у нас появилась Артикуна, я не знаю, появился, он как бы...